Хотели что-то найти и попали на мой канал? Поздравляю, вы находитесь на канале Asmodee Play. Сейчас мы играем GTA 4. Прохождение у нас. Так, берем очередное задание. Минутку. Так. Надо нам взять следующее задание. Мы используем здесь телепорт. Спросите, какой? А вот такой. Видите, мы телепортировались. Так, минутку. Так, подождите, прогрузка у меня, видимо, происходит что-то. Читать ника, надо увидеться, встречаемся на Castle Drive. Хорошо. Встретимся. Мы обязательно встретимся. Так, давайте посмотрим, что за задание нам возьмут. Болтовню я эту не люблю. Поэтому вы увидите здесь в основном только одно задание. А не то, как я бегаю и куражусь в городе. Так, стоп. Мой телепорт. Тихо. Для начала мне нужен бронежилет. Это по-любому. Так, пошла отсюда. Возьмем бронежилет. Ну, вот это сойдет. Ответить. Слава богу, ты ответил. Так, назначил мне встречу в парке. По-моему, он хочет меня убить. Копы могут убивать меня. Знаешь где-то? Ты далеко от него? Успеешь добраться вовремя? Думаю, я успею навстречу. Выруби его, прежде чем он дернется. Говорю тебе, тут все как... Понятно. Короче, надо завалить. Без меня никак. Тварь, вот надо было тебе ждать, когда я в такси сяду. Скотина. Все, давай. Мне сначала бронежилет надо взять. Итак, ой. Так, это получается мне его надо будет прикрывать. Так, Фрэнсис, я готов, какой у нас план? Так, к братоубийству, хорошо. Давай. Один из братьев Макри собирается заказать мне другого. И именно это я и хотел услышать. Я хочу, чтобы ты поднялся на крышу одного из зданий люльки и мойщиков. А я оттуда. Черт, мне нужно будет выглядеть удивленным, надо практиковаться. Я всегда попадаю в того, в кого целюсь. Хорошо. Мне броник надо. Так. Вот так, в прошлой миссии я очень здорово потратился. Мне хватит. Блин, обстреливал. Почем зря. Ну чё ты, господи, не тормози. Сникерсни. Тихо. Итак. Давай. Мне срочно надо ехать. Пешком дойдешь. Поехали. Поехали. Я оплачу. Оплата будет произведена. Так, я должен еще выбрать, кого бы мне пристрелить. Какой хороший выбор. Так, ох ты, а я вроде здесь был когда-то ночью. Одной глубокой ночью. Что я здесь делал, я уж не помню. Если только это, конечно... А, нет, не это здание, другое. Люлька, где ты? Эй. Ну так, надо найти люльку, хорошо. Чтобы подняться туда. Отойдите. Пошли вон. Панорамик. Вот здесь вот стройка, так я понимаю. И люлька должна быть, значит, где-то тоже здесь. Вот она. Поехали. Занимаем снайперскую позицию. Будьте добры наверх. Ну, кстати, в городе есть много зданий. Высоких, очень высоких. С люльками. Что, все? Ой, так это не высокое здание-то.
Хрень какая-то. Так. Нет. Вот так. Брат заказал брата. Ну давай. Дерек, брат мой. Вот как бы мне вас двоих бы вольнуть? Было вообще замечательно. Черт, я чуть не обосрался, когда ты подкрался сзади. Да ради бога. Дерека или Фрэнсиса. Блин. Давайте поэкспериментируем. Кстати, первый раз буду экспериментировать вот так вот. Завалю обоих. Бунг. Вы должны были убить только одного брата. Ну ладно. По крайней мере, попробовали и узнали, что будет. Итак, теперь мы будем убивать только одного брата. Я думаю, мы убьем вот этого. Будем с ментами дружить, если это, конечно, насколько я помню, мент был. От него, по крайней мере, хоть какая-то польза. Вроде, если не ошибаюсь, он может снять звездочки с тебя. Не помню только как. Где? Да. Правильно, офицер полиции. Правильно, все-таки думал. Вау, за каким хреном? Ладно, посмотрим, что будет. В больничке все-таки окажусь. Кроме броника ничего не потерял. Итак, совершили братоубийство. Сейчас надо отзвониться только. И все пучком. А у нас все пучком. Тихо. Ладно, давайте посмотрим. Так, хотите сохраниться, да. Где у нас такси? Это не единственное же такси у нас. Для начала. Только пошел отсюда. Вот еще такси. Так, убил твоего брата. Итак, мы на очередном задании. Найдите Джонни, он будет ждать вас у бокового входа в музей. Для начала, перед тем, как мы будем искать Джонни, тихо-тихо, мы купим рубашку бронированную. Давай, выметайся отсюда, пошел нахрен. Где моя бронированная рубашка? Вот сюда, поехали. Будем кататься, пировать, шиковать. А вам, подписчики или будущие подписчики, рекомендую оставлять свои комментарии. Кого вы убили, чем воспользовались, чем мотивированы были, когда убивали того или иного брата. Я убил его, потому что звездочки буду сбивать при его помощи. Вот. Как я вовремя. У другого брата, может, какие-то другие плюшки. Так что пишите внизу в комментах. Также ставим лайк, если вам понравилось. Не понравилось, все равно ставим. Приехали, давай вылазь. Ну, будьте добры, все равно денежку-то отдать. $23, господи. Многовато. Так. Ух ты, какие тачки красивые-то. Так, мне в какую? В первую? Ага, сейчас. В какую посадят меня? В чем мне надо? Здорово, мужик, как дела? Рад снова тебя видеть. Конечно. Да я даже не забыл, кто ты. Как тебя зовут? Что тебе надо? Ты просто нарываешься, мужик. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Вот так вот. Первый есть. Тух-тух-тух-тух-тух. Второй есть. Так, а мне куда надо-то? Так, а мне продвигаться надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так они меня зажмут. Ну-ка, давайте по очереди, ребятки. Первый есть, второй есть, давай третий, так.
Где-то ты тут. Давай, 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 давай. Бежим. Некогда выделываться. Так. Кто там сказал fuck at me? Сейчас отфакую тебя. Завалю тебя, падла. Е-е-е. Давай, патронов у меня на вас на всех хватит, засранцы. Бамк. А, нет, не получилось. Я думал разлетиться. Давай, где ты там? Еще один, точно знаю. Так. Давай. Вот так. Каждую тварь перебью тут. Да, я кровожадный, да, я беспощадный, как... Как Бармалей. Еще, падла, еще кого-то... Попроси еще о пощаде, скотина. Че удумал? Вау. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, я вам падлу устрою гэнбэнг сейчас такой. Так. Кричат, кричат, кричат. Где кричат? А, больно? Так это еще только начало. Давай. Ой-ой-ой-ой. Нате, 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 выпустите. Черти. Ой-ой-ой, там из дробовика. Ну, из дробовика-то мне не страшно, пока он там... Издалека будет. А вот вблизи-то, да, страшная вещь. Так. Где ты? Тварь там наверху еще. Да. Да. Есть результат. Но наверху-то ты выжил, а вот эти-то. На. Так, одного минуса нуля уже хорошо. Вот он ты. Ну не прячься. Голубчик. Так, а что мне надо сделать-то? Давайте посмотрим. История. Выберите себе... А, всего лишь. Так-то да. Не был бы я подготовлен. Падла, еще кого-то на меня тыкаться. Ты думаешь, я в живых кого-то оставлю здесь? На. Вы думаете, я забыл про дробовик? Хрен там. Так, у меня тут аптечка.
На. Следующий. Аптечка. Чё, всё? Все? О, господи, какая прелесть. Да. Давай, что ты мне сделаешь? Так, теперь что мне надо? История, оторвитесь от ребят. Ой, господи. Вот это я люблю. Вот здесь вот можно покуролесить уже. Для начала полный разбег. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Бум. Куда тебя там отнесло? Да что ты в меня-то вот? У тебя там стреляют, блин, по мне. А ты на меня кого-то бычишь. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ух ты, сколько полицейских. А что у вас так много тут? А это полицейский участок, потому что это где? Это я где проехался, это господи. Ну ладно. Так, ладно, давайте повернем. Ой-ой-ой. Так, немножечко назад. И опять вперед. За нами не проедет. Не проеду, да. Так. Там перестрелка, войнушка во все идет. Такси. Такси, такси. Вези, вези сквозь ночных дорог. Так, ой-ой-ой. Где тут? Вот сюда можно? Блин, можно. Только надо было шустрее. Так, а вот вы за мной можете туда проехать-то? Господи, это я где? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оторвитесь. Оторваться-то оторвался. Теперь надо выехать еще. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня такое чувство, что я застрял. Ну почему чувствуете? Я застрял! Как Винни-Пух, блин. Так, сваливаем. Бежим. Беги. Как будто тебе черт на хвост наступил. Беги как никогда. Еще быстрее беги. Давай, раз, два, раз, два, раз, два. Левая, правая, левая, правая. Ну вот, в принципе, мы и отру... Блин, там мент. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай вот здесь вот. И в парк убежим. Опаньки. Ну все, успокойся. У меня там телепорт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бамк! Все, сели, поехали. Смотрите, как я удачно. Как я удачно. Так, вызов принять. Сделка прошла не так гладко. Бабки-то у Джонни, а вот такого бриллианта я не знаю. Хотя были бы у меня, было бы вообще супер. Возвращайся назад. Хорошо. Так, берем следующее задание. С чем оно связано? Надо бриллиант или кто? Алмазы найти. Где? Нико. Нико, да, я Нико. А вы-то что за два петушка таких? Поезжайте к месту сбора пропащих. Конечно. Поехали. Едем, едем. В деревню к деду. Так, на машине мне надо было или как? Да, где у меня там дробовик мой? Чтобы пуф-пуф, из ружья сразу в пузо. Да на вылет, чтоб... Ой-ой-ой. Так, моим работодателям. Сядьте.
Загоните и убейте. Так, господи, если бы я так вышел бы, без палева бы. Поди быстрее бы было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Догоните и убейте. Они сейчас и будут кружить вот так вот. Этого вполне хватит, чтобы я их не догнал, потому что я еще тот водитель, особенно на мотоциклах. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Да как их догонишь-то? Хрен догонишь, Москва-Воронеж. Они все время в повороты входят. Блин, блинский. Что-то я не понял. Они где? Они где-то там? Я должен куда-то туда спуститься? К ним? Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, вы опасную игру затеяли, ребята. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин. Гребаные мотоциклы. Ненавижу гонки. А что, с пистолетом я не могу так ездить? Блин! Мне придется патронов прикупить. Так, пробуем снова. Гребаные мотоциклы. В туннеле, значит, надо долбить их. Потому что это единственный шанс, где их можно завалить. Вот почему мне из-за угла потихоньку не уйти? Я же знаю, где они находятся. Надо обязательно сесть и догнать их. Я вот ненавижу эти гоночки. Терпеть их не могу. Давай, 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 едь, едь. Еще не упустить до того момента, как они в поворот войдут. Сейчас-то бесполезно, все равно не смогу в них прицелиться. Хотя... Ой-ой-ой-ой. Блин, столько патронов ему в спину. По идее, он скопытиться должен был. Так, вот где-то здесь, вот они. Сюда свернули. Следуйте за ними. Дайте мне хотя бы спуститься сначала, перед тем, как следуйте за ними. Так, первый есть. Давай, второй, 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 пожалуйста. Блин, чтоб мне не гоняться за тобой. Давай, тварь! В тебя столько патронов сажено, столько денег угрохано. Ты просто из чувства благородства уже должен был сдохнуть. Давай. Или ты по сюжету не должен здесь сдыхать? Тварь, ладно, давайте перемотаем этот эпизод. Итак, мы его смогли подбить только вот здесь, вот когда... чтобы сесть на поезд. Блин, я сажусь на мотоцикл. Ну-ка. Вот только здесь, вот он. Видимо, это сюжетная линия. Блин, сколько патронов потрачено, это же ужас. Так, нет, надо сваливать отсюда. Без мотоцикла я отсюда долго буду добираться, я так думаю. Давайте-ка. Сесть на поезд, нажмите.
Давайте-ка вот так свалим отсюда. Телепорт. Итак, пока закупался оружием, пришла миссия «Подберите Романа». Он мне дал... Мне дали наводку на одного... Так, где бутерброды можно пожрать? Стоять. Стоять. Так, сначала едем бутерброды жрать. Потому что это меня так задавит нахрен. Вот сюда давай. Поехали. Так, выметайся отсюда быстренько. Раз, два. Опаньки. Кстати, а что по времени-то у нас? Ну, как раз. Так, к маршруту мы к какому? К зеленому пришли? Ко мне, надеюсь. Который я поставил. Ну, вот. Блин, так вы что заводили-то такие? Господи, как в реальной жизни. Еще и поехал дальше. Давай. Опаньки. Давай мне пожрать быстренько. Молодец. Так, никого нет. Время сколько? 10:23. А он где-то в 12 тут тело обитает. Так, все, теперь надо забрать этого козлятину. Ну-ка, давай. Кто ты, монашка? Я думал, монашка. Давайте. Мне надо забрать братишку или кто? Кого забрать-то надо? В общем, кого-то забрать надо. Давай, тоже. Вот такая наглость. Друг. Если друг оказался не друг, и не друг, и не враг, а так. Ну вот мы, подъехали. Фэнк. Оплата за проезд. Да ладно, думаешь, я так выгляжу, потому что я фанат спортивной ходьбы, иди раздобудь нам тачку. Сейчас раздобуду. Пойдем сюда. Фанат спортивной ходьбы. Так. Нет, нет, нет. Вот тачка, вот тачка, пойдем. Езжайте и поговорите с Талбом. Так, пошел отсюда. Вот сели. Вот видите, спокойненько. И париться не надо. Доедем. Как это удобно, я вам скажу. Что ты имеешь в виду? Что имею, то и веду. Так, убьешь его. Тихо. Вот я, прибыл. Ты тоже прибыл. Вот он, пойдем поговорим с ним. Он участвует во всех играх, проходящих в окрестностях. Пойдем. Куда там? Надо найти четырехдверную машину. Четырехдверную. А что ее искать-то? Вот четырехдверная. Так. Вон там копы стоят. Можно, конечно, кстати, заказать машину, тогда ее привезут, но тогда будет неинтересно. Давайте. Ну сваливайте уже. Господи, столько ментов. Красный. Сейчас мы себе выберем машину. Да. На. Вот так. Выбор у нас большой. Все? Менты уехали? Я хочу вот эту машину. О, а я думал, разбить ее надо будет. Угонять? Нет. Так. Залезайте в тачку, не делайте глупостей. Давайте. Куда нужно? В спальных районах. Так, на перекрестке он скажет, куда нам ехать. Куда? Что он сказал? Я не успел. На перекрестке скажет, куда вам ехать дальше. Вернитесь. Блин. Ладно, поехали прямо.
Следим, что он там булькать будет. Вези. Давай. Направо. Почему ты так поздно говоришь, дебил? Ну ладно, направо так направо. Что так, мы так медленно будем ехать? Ох, не просто это. Вспоминай. Давай, вспоминай, тварь. Ты ж меня кругами гонять будешь. Держись этой улицы. Держусь. Тоже мне экзамен ГИБДД. Налево. Хорошо, налево так налево. Что мы тут видим? Направо, хорошо. Давай направо. Далее что? Едем правильно, не сворачивай с пути. Ты можешь лево, право, просто говори, тварь. Я бы здесь не поворачивал, я бы тоже. Тварь, ты бы еще говорил бы, тварь. По-нормальному. Животное. Налево, хорошо. Так, поворот налево, налево так налево. Как скажешь, скотина. На. Оу. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу. Еще и мент. Господи, переход в неположенном месте. Так тут одна дорога направо. Тут одна дорога направо. Куда тебе еще-то поворачивать? Вот-вот-вот-вот. Смотрите на карту сразу, куда вам надо ехать. Куда вам надо ехать, это вот сюда. Блин. Да, все, приехали. Когда разберусь с Флоридом. Хорошо, разберись. Идет загрузка. Ника, спокойно, спокойно. Че спокойно-то? Так, Флорин изменился. На этом все. Подписывайся на канал, ставим лайки. Также не забудьте оставлять свои комменты. Пока.